2 июля, 17-й год, Харьков. Газпром. И вот на День Конституции повесили между Газпромом и университетом, растянули вот это. Куча у меня всяких неприличных и пошлых инсинуаций, что это может символизировать. А вот предположение, зачем это нужно, у меня только одно родилось. Слышал я, как в Китае сетки вешают антисуицидные вокруг цехов, дабы люди, перерабатывая по 12 часов в сутки, по 14, выбрасываясь из окон, не достигали желаемого. Так может, это чиновники Газпрома отводные пути себе готовят перед люстрацией. Очень интересная композиция. Что за какой-то, я не знаю, комментарии либо дико пошлые, либо нецензурные. Ужас.